Всем привет, продолжаем играть в Сталкера. Мод фотограф. Собственно, направляемся в мертвый город. Локация мертвый город. Задание спасти, вывести немецких ученых. Найти артефакт. У Диггера гладиатор по заданию Брома. Были наемники. Ценник на заправке, то не за камнями. Хорошо. Показания потом сниму сам за кадром. Что мы сделаем в первую очередь? Мы сюда поставим маячок. Маячок. Для чего? Чтобы потом эту дыру было проще найти. Так, мертвый город. Видим красную палатку, но мы сейчас туда не пойдем. Машина. Вообще-то это даже не машина, а какой-то трактор с отбойником. Нужно дизельное топливо. Если пойдете, имейте в виду, можно будет заправить, но у меня нет канистры с собой. Поэтому я бегаю своими ногами. Так, идем сначала сюда. Да, еще у нас есть задание по письмам в мертвом городе. Для охранника архива. Собственно, вот человек, который последний раз видел эти письма. Побеседуем с ним. Опаньки, вот ты куда запрятался. Я тут ползоны статал, чтобы тебя найти. Стало быть, ты есть Зубков. Ребят, большие диалоги не буду читать. Прочитайте сами, наверняка быстрее, чем я. Буду доводить короче, ну это, ты пещеру знаешь в лесу? Что-то я тут приболел. Вот. Да нет, это не там, это я пошутил. А нычку я сделал в совсем другом месте. Она... О, а это еще кто? Красиво завалился! Так, это... Походу так надо. По сюжету. То есть он нам сделал наводку, что пещера на болотах. Посмотрим, к чему это приведет в дальнейшем. Куда же ты бежишь? Но стрелять в тебя я не хочу. Вот незадача-то. Придется пойти разочаровать Менчукова. Эй, смельчак! Давай скорее к нам!
Все входы заблокированы, так что забирайся по поваленному дереву на второй этаж. Что? Тайничок. Отлично. Здесь пусто. На второй этаж. Второй этаж. Как же меня достал этот гребаный город и эти зомби. Откуда они берутся? Не могу понять. Сколько смотрю, не могу понять. Да что же это такое? Неужели мы здесь навечно заперты? Думаю, что нет. Ну, здравствуй, герой. А ты рисковый мужик. Через площадь в одиночку прошел. Ты хоть понимаешь, что мы тебя могли за зомбаря принять и бошку легко отстрелить? Ну, раз уж ты здесь, значит, у тебя есть что сказать. Пойдем. Перетолкую с глазу на глаз. Ну, пуля в башку — не самая плохая смерть для мертвого города. А вот если бы вы промахнулись, вспомнили бы у меня май 45-го. Привет, приветствую, вы Генрих. Да, это я, а ты такой, как вообще сюда попал? Я фотограф, военный корреспондент, собираю материал для репортажа. Мертвый город попал по воле случая. Полковник Браун попросил меня посодействовать, чтобы помочь вашей группе выбраться отсюда. Мне нужен прибор-передатчик, который Филин оставил одному из ваших людей по имени Джаггер. Где он? Он сейчас здесь. Встретиться с Джаггером в здании горкома. Он сказал, что напротив. Пойдем к Джаггеру за прибором-передатчиком. Здесь тоже все завалено, поэтому войдем через Ниву. Ты хоть и не зомби, но если дурить начнешь, пристрелим. Ты понял? Здорово, у бундусов крыша поехала. Надо их вытаскивать, а то перестреляют друг друга нахрен. Так, Джаггер. Вот он. Вот это сюрприз. Живой человек в мертвом городе. Ха-ха-ха. Да ты не обижайся, парень. Я рад тебя видеть. Чувствую, ты именно тот, кто вытащит нас из этой дыры. Ну, я, собственно, за этим и здесь нахожусь. Привет, Джаггер, я к тебе по делу.
Джаггер сказал, что прибор-передатчик находится у Гертруды на третьем этаже здания напротив. Собственно, куда и отправимся. Еще он сказал, что Филин обманул с этим передатчиком, так как в Припяти он не сработал. Типа, зачем он мне, если он здесь не сработает тоже? Но мы попробуем, вдруг получится. Эй, смотри, не балуй здесь с оружием. Ты мне не нравишься, как и я тебе, скорее всего. Но тем не менее, за тобой я буду следить, понял? Понял. Ну напугал ежа голой жопой. Действительно, вот и Гертруда. Кто ты? И что тебе нужно здесь? Привет, здравствуйте, я к вам. Суть такова, Всегда знал, что от ученых все беды в этом мире. Гертруда разобрала передатчик, не хочет его отдавать, по той причине, что Генрих сразу начнет эвакуацию. А ученых погиб их не коллега, у которого остались материалы исследования в Припяти. Поэтому Гертруда просит организовать его поиски погибшего ученого. Я снова к вам, Генрих. Найти труп ученого и забрать у него материалы исследования. Генрих не хочет рисковать людьми, коих и так осталось немного, поэтому мы отправляемся на поиски погибшего ученого, у которого материалы исследования. Генрих указал место на юго-западе, я не ошибаюсь, да, во враге. Собачки. Что-то попить захотелось. Принести материалы Гертруде.
ребят, сейчас ничего не лутаю, потом, естественно, сам облутаю все. Все здания. Все гаражи. Все тайники, на которых координаты есть. Потому что лутать все сейчас на запись было бы очень долго. Поэтому только по факту. Так, посмотрим записки. Кейс Вульфа. С результатами исследования ученых в Припяти. Обрывок старой газетной статьи найденного мертвого доктора Вульфа. Записка доктора Вульфа. Так, Гертруда говорит, что Вульф нашел записку из старой газеты, в котором указывался некий исследователь-физик. Собственно, наверное, это нам поможет в дальнейшем. Сейчас мы идем искать выход из мертвого города. Выход у нас находится, скорее всего, здесь. Да. Выход здесь. Нужно вернуться к Генриху и сообщить о том, что можно эвакуироваться из мертвого города. Так, запрыгну я теперь на елочку. Да. Придется их чуть-чуть прорядить. Идите. Все сюда. Так, идем сообщаем Генриху о том, что выход найден, то что можно начинать эвакуацию. Ученые свое получили. Сигналом к эвакуации будут два взрыва. Что же, подождем. Советую сохраниться, потому что защита ученых это всегда нелегко. Тем более, я думаю, что они не очень хорошо вооружены. А я пока
немножко убираю зомби, чтобы было легче. Собственно, начало эвакуации. Зомби мы почистили здесь, так что я думаю, проблем не будет. Все. Ладно, ребята, почему эвакуации? Они, походу, решили весь город перестрелять. Поэтому я думаю, надо смотреть не очень интересно. Собственно, группа эвакуировалась. Настало наше время. Собственно, и мы попробуем выбраться из мертвого города. Что за херня? Мы так не договаривались. Еще разок. Замуровали демоны. Так, вспомним записку доктора Вульфа, который говорил о ученом физике. Вот он нам и поможет выбраться из мертвого города. Скорее всего. Он не он, посмотрим. Молодой человек, вы ко мне? Очень рад, но здесь вы не пройдете. Попробуйте поискать другой путь. Понятно. Другой путь, это, скорее всего, по проводам. Так, аномалия. И в доме аномалия. О. Интересно. Чуть выше. Еще выше. То, что надо. Отлично. Картина, достойная пера классиков. Фотограф на карачках ползет на деловую встречу с зомби. Ага, добрались. Милости просим к нам. Ледуся, у нас гости. Дайте угадаю, вы корреспондент.
Лидуся? Я не вижу никакой Лидуси. То есть неиссякаемый источник энергии все-таки существует. Есть энергия. Ну да, годы берут свое. Как будто я мертвяков не видел. Сыночек, да ты ко мне загляни, Тахать, погляжу на тебя. Вот и Лидуся. Ух ты, красиво как. Нужно найти шар для физика. Возможно, это как-то нам поможет выбраться из мертвого города. Давайте пробовать. Ядрическая сила. Куда это я попал? Да тут третьим глазом и не пахнет. Это ж просто жопа какая-то. По мне так ничего. Это, наверное, не он. Это не он. Точно. Впрочем, ночное видение. И направимся мы с вами туда, где я закладывал маячок. Во-первых, нужно выполнить квест Брома по поиску красной палатки. Во-вторых, именно там, скорее всего, находится этот шар. Посмотрим сейчас. Так, это есть палатка.
Она же где-то здесь была. Если я не ошибаюсь. Палатка, палатка. Идем по забору. Вдоль забора. Взяли мы этот шарик. Аномальное образование, сытность минус 500, легкий перегруз. Что ж, как добегу до физика, так включу. Продолжаем. Нашел, не буду утомлять вас подробности, этот фазан тот еще какая-то круглая, липкая, сверкающая дрянь. Что вы всерьез полагаете, что это спасет мир? Да ее в руки противно брать. Аж после того, как взял и подал, не забуду никогда эти ощущения. Да, давайте же скорее сюда. Ладно, ладно, держите, какой вы нетерпеливый. С Лидусей. Все понятно, то есть из-за вот этого красненького приборчика маршрутизатора мы не могли. Да уж, такое впечатление, что это все мне приснилось. Пожалуй, не стоит об этом никому рассказывать, а то упекут в дурдом, невзирая на былые заслуги. Мы не могли выбраться из города, сейчас мы его отдали, скорее всего будет переход удачный. Мы попадем на локацию лес, но это будет уже в другой серии. Всем спасибо, всем пока.